Притча о поиске судьбы. Давным-давно сгорела большая библиотека, и уцелела лишь одна рукопись. Долгие годы она покоилась в глубине книжной лавки, и никто не обращал на нее внимания. До тех пор, пока однажды в лавке не сменился хозяин. Он перебирал свитки, книги, рукописи и избавлялся от ненужного. Старую рукопись он выбросил, и она попала в руки случайного прохожего, нищего. Тот собирался разжечь ею костер, чтобы согреться, но прежде поинтересовался, что в ней написано. А в рукописи было вот что: тот человек, который найдет на берегу моря горячий камень, обретет в жизни все, о чем мечтал. Нищий решил, что терять ему нечего, и отправился к морю. Он поднимал камень за камнем, но они были холодны, и человек бросал их в волны. Так шли дни, недели, месяцы, года. И вот однажды рука нищего коснулась горячего камня. Он поднял его и по привычке выбросил в море. Наша жизнь как берег моря. Мы день за днем ищем свою судьбу. Но часто мы, найдя то, что искали, пройдем мимо лишь потому, что привыкли искать, а не находить.